В областном краеведческом музее знаменательное событие. В саду читателей представлен 10-й юбилейный музейный вестник. Для любителей запорожской истории это настоящий клондайк, ведь в издании представлено немало интересных научных исследований, так что книга рассчитана на широкий круг читателей. Юбилейный 10-й выпуск музейного вестника появился на свет в начале этого года. Увесистый том включает интересную информацию по истории, этнографии не только Запорожского края, но и всей Украины. Директор областного краеведческого музея Георгий Шаповалов уверен, в этом году это только первая ласточка. Начало этого года известно в бюджетной сфере достаточно сложное, но мы не сомневаемся в том, что один номер будет выдан и в этом году обязательно, а может даже и два. В работе по созданию подобных вестников задействовано ни много ни мало, а 112 авторов не только из Запорожья, но даже и из далекой Бразилии. А в одном из наших номеров был материал из Бразилии. Просто это наша коллега оказалась в Бразилии и теперь уже на правах гражданства пишет все же о истории Украины. Авторы вестника постарались разбавить строгий научный стиль публицистическим, чтобы вестник был доступен каждому читателю. Мы стараемся, чтобы все же материал, даже если он научный, был по языку приближен или к публицистике, или к материалам газетным, но пытаемся это совмещать с наукой. Тираж издания невелик, всего 300 экземпляров, что уже сейчас делает его своеобразным библиографическим раритетом.